Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на вандеркейс. У меня на балике 840 рублей. В прошлом видосе мы дошли до балика в 22 тысячи. Но я решил вне ролика зачем-то пооткрывать ножевой кейс. Он причем меня с первого кейса более-менее купил, но я потом пошел в апгрейды, там слил ножик, попытался как-то камбэкнуть. Короче, слил почти весь баланс, у меня осталось 840 рублей. И я сегодня решил попробовать заново подняться с лоу баланса, а именно с 800 рублей. То есть считай, в принципе, поднимаемся ширпа. Ну как бы 800 рублей, это, конечно, не прям ширп, но все таки баланс это маленький. И я, кстати, подумал, у меня в КС нету перчаток. Я где-то месяц назад их продал. И сегодня, если у нас получится, я бы хотел прям за один ролик подняться до 1009-10 и вывести перчатки с вандеркейса. И надеюсь, у нас это получится. А полетели со старта, наверное, откроем какой-нибудь. Так, на 800 рублей можно, наверное, масленица. 5, не, ну 5 не получится. 4 штуки на 756 рублей. То есть мы вначале, считай, прям улыним. Давай, в идеале, чтобы ты мне прям в начале видоса хорошо выдавал. Ну, вроде падает одно говно по ощущениям. Ну да, с 410. Ладно, давайте попробуем еще два кейсика. Я вообще сегодня планирую вывести перчатки. А тут начало видоса, ладно, нормально. Ухо миллион падает со второго кейсика. 813, нормально. Мы в начале видоса поднимаем плюс 100 рублей к балансу. Не бешеный плюс, но самое главное, это просто начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так вы и закончишь. Ну и все сами, прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят прокатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промокод N LR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы, нам сегодня надо поднять перчатки, и я хочу это все сделать за один ролик. То есть не растягивать рубрику на 3 4 видоса, то есть все сделать в одном видосе. Что-то как-то не идет. Еще один быстрый, Акацуки, по-братски, выдай что-нибудь нормальное. Но 182 это хреново. Еще один, ну, Kiss and Love. 622, неплохо, второй раз камбэком, уже в шаге от сливы. Еще разочек Roll Cage, отлично. 900 рублей камбэкнули, неплохо. Так. Давайте что-нибудь, может, более безопасное. Какой-нибудь лайткоин по 5 штук покрутим. МБ, он будет хорошо выдавать. 448, маленький минус, еще 5 штук. Так, 309, еще 5. Давай, родной. Но что-то как-то подсливает он меня. Ну вот сейчас вроде да, выдал 195, отлично. Надо косарик на этом кейсе пробить. И я бы уже уходил, отлично, в косарик пробиваем. Так, ну самые дешевые... Не, я, кстати, самые дешевые перчатки не хочу выводить. Я хочу вывести какие-нибудь прикольные перчатки. Ладно, давайте сейчас хотя бы до 5000 дойдем баланс и там уже думать. А сейчас можно тройнуть какой-нибудь дикий запад. 5 штук, конечно, не получится. 2 штуки на 780. Рисково, но... Окупается 1200, отлично. Можешь еще 2, будешь всегда меня окупать. Ну да, говнецо выдал, еще 2. Ну, 968, но, кстати, нормально, еще 2. Я хочу хорошо окупиться и уйти, пожалуйста. Еще разочек окупайся и ухожу. 1100. Еще разочек и ухожу. Вот, вот, отлично, 1100. Нормально, 1500 рублей на балансе, хорошо. Пока с лоу баланса поднимаемся прям отлично. Атака титанов, 4 штуки. Ну, ну слишком рисково. Надо чуть-чуть как бы застопиться. Можно обосквел курока, одну штучку за 490. Просто этот кейс он обычно хорошо выдает. Но не сейчас, еще один. Ну почему не картисера? Вот, сука, объясни мне, почему не картисера? Ну 750, хорошо, еще один. Кровавого паутина, 744, отлично, еще один. Дань уважения, отлично, на балике 2185 рублей. Ну, слушайте, как будто сегодня в вандеркейс реально мне готов ширпа выдать перчатки, потому что идет все максимально хорошо. Так, засекреченная, 5 штук на 1450. Ой, говнецо упало, ладно, еще 5 штук. Может, со второй попытки получше будет. Да, 1500 уже лучше, еще 5. А, вот а, сейчас вообще отлично, 2000. Может, 3000 пробьем чисто на засекреченном кейсе? Ну, говно упало, еще 5. Понял, еще 5. Картисера, вот еще одна картисера. Отлично, на балике 4224 рубля. Так, пацаны, а я уже хочу посмотреть, какие мы перчатки можем вывести. Ну давайте за 1010 посмотрим сначала, что у нас тут есть. Ну вот это говно, я хочу какие-нибудь прикольные вывести, потому что я с ними буду играть. Это не для какой-то рубрики, чтобы чисто вот дойти до перчатки хоть каких-то и вывести, чтобы выполнить ачивку. Именно хочу вывести, чтобы с ними играть. Так, за 10 тысяч нету, а если за... Ну давайте 13 тысяч. Ну то есть 13 тысяч за ролик вывести, в принципе, тоже можно, наверное, если будет обвести. Вот, кстати, отиск за 13 тысяч. Вот, да, короче, хочу отиск вот эти вот за 13 тысяч. Да, давайте. Но у нас цель дойти до этих отисков. Это значит, надо, короче, поднять 1009-10 балансом и сделать апгрейд по-любому. Но если я хочу именно эти перчатки, мне нужно делать апгрейд. Так, хорошо, тогда давайте сейчас тройнем какой-нибудь Кадиллак. 2 штучки на 1580 рублей. Говнецо выдает, еще 2.
Давай, император. Отлично, 2400. Еще два. Еще разочек купи, и я ухожу. 1200, не купил, еще два. Вот сейчас 1573, но это минус, хоть и маленький. 200, отлично, 5000 можно пробить. Вот. А, че вот, говно, еще два. Опять говно падает. Че-то Кадиллак подсливает, да, в общем. Ну, как будто надо уходить с него. Или можно еще покрутить, maybe сейчас выдаст. Ну, не-не-не, Кадиллак какая-то сливная тема, на балике 3000. А, давайте, ладно, атака титанов, 5 штук на 1800, посмотрим, как он будет вообще выдавать. А, 1821, ну, более-менее, еще 5. 1500, ну, атака титанов, ты аниме просто охренительное. Вот, можно ты мне будешь выдавать, пожалуйста? 1400, еще 5. Так, ну, вроде, кстати, да нет, 1500, еще 5. Ну, опять так себе, ну, сука, ну... 1200. Ну, что-то сливаемся на балике 2000. Ай, так, хорошо. А если Porsche одну штуку за 1090 попробовать? Integrail, 500, понял, еще одну. Ну вот, гравировка, отлично, не зря рискнул. Так, на балике 4000 рублей, тайная, 5 штучек на 2950. Говно, еще 5. Ну, родной, ну можно ты меня не будешь сливать? Ну, ну прям неприятно, ну я только камбэкнул, ты меня решил тут слить нахрен просто. Еще 2. Да ну тебя нахрен тайная, на балике 1200 рублей. Сука, и как мне сегодня добиться ножика? Вот мне кто-нибудь... Ой, ножики, перчаток. Вот как, если меня все, сука, сливает? Твич по одной штуке покрутим, этот кейсик хорошо раньше выдавал. А, не, не говно, еще один. Императрица, блядь, ну так близко было. Зубная фея, нет, нехорошо, еще один. Спираль, 205. На балансе 488 рублей, короче, 8 марта улыним, падает нам. Ну, кстати, нормально, да, 122. 700 рублей, ну, надо по улынам идти, если я хочу камбэкнуть, по-любому улынить. Заговор? А, да, блядь, заговор, конечно. Конечно, заговор. Опять 8 марта, одну штуку за 390. Ну, вот, слушай, он как будто, может, мне всегда будет выдавать этот CV-дов, и я буду хорошо купаться. Кстати, вот этот кейсик мне нравится открывать, он реально выдает неплохо. Ну, вот сейчас слил еще один. 1800, отлично, погодите. Я просто, честно, уже было настроение говна. Думал, ролик будем заканчивать с тем, что у нас не получится вывести перчатки. А сейчас как будто... Это что, это самый окупаемый кейс? Почему я его раньше не открывал? Еще два. Вы посмотрите, он просто... Он мне выдает каждый раз, еще три. Отлично, 1700, еще три. Вот, можно... Почему все, сука, так кейсы не могут выдавать, как ты? Вот 8 марта, я тебя правда люблю. Вот как кейс, ты просто идеальный. 1600, еще три. Мне кажется, он сейчас рано или поздно начнет сливать. Тут надо быть осторожным. Еще три. Вот давайте 1700. Еще разочек окупимся и уходим. Все, я правда уйду. А, 1169. Ну, тут минус был. Еще три. Вот-вот, хорошо. 1900. Нормально, нормально. 4700 камбэк. Ну, или нашел какой-то кейс, который чисто забузил. Отлично, отлично. Так, эфириум. Три штуки на 1470. Ты как вообще сегодня будешь выдавать? Нормально, да. Плюс, еще три. Тоже плюс. Нет, не плюс. Обманул, еще три. Ай, говнецо, еще три, родной. Ну выдавай, пожалуйста. Вот еще раз, ну выдай. Ну нет. Так, ладно, давайте покрутим тогда баскетбол Курока. Вот этот кейсик обычно всегда хорошо выдает. Ну, что-то я, походу, перехваливаю. А, ну ладно, выдал, еще пять. Ну, перехваливаю кейсы, они начинают сливать меня, когда их много хвалю. Во, вот сейчас, кстати, хорошо идет, да, 3500, отлично, еще 5. Можно 5000 заново пробить? Ну, как бы очень хочу, уже было у меня на балансе 5000. 4500, отлично, мы даже 6700 рублей пробиваем, так. Так, хорошо. А, сейчас можно, не знаю, YouTube, по идее, неплохой кейсик. Ну, чисто 3 штучки давайте попробуем. Нормально, 2800, отлично, на балике 7822 рубля. Так, и кролик по одной штучке покрутим. Посмотрим, как он вообще будет сегодня выдавать императрица с первого кейса. Ну, пацаны, 9000 подняли, я предлагаю, смотрите, как сейчас делаем. Мы выбиваем любой скин, сейчас вообще не важно, что нам падает. Ну, кстати, по-хорошему, окуп, ну ладно, он не падает, не страшно. Так, а 13000 получается, вот эти перчатки. А где перчатки Отиск? Они что, где-то были? А, вот они, да, за 13155 рублей. И добавляем балансом, получается 9471 рубль. То есть, ну вот так вот можно поставить. Короче, предлагает добавить прям до конца, чтобы у нас был максимальный шанс. Вот, да, 61%. Ну, 60%, по идее, шанс-то на самом деле, правда, очень хороший. Полетели. Давай, родной, пожалуйста, выдай мне перчаточки. Отлично, апгрейд мы этот все-таки выигрываем. Ну и, пацаны, как я и хотел, с 800 рублей за один ролик, за 15 минут записи, у вас с монтажом это будет еще меньше, мы ставим перчатки на вывод. Пацаны, с 800 рублей за один видос просто вывести перчатки за 13000. Ну, только вандеркейс, мне кажется, так может. Так, запрос на вывод принят. Мне, если что, придет уведомление в стиме, когда трейдик мне залетит. А пока, ну, на 18 рублей мы ничего не сможем открыть, то я предлагаю просто подождать.
Так, пацаны, а я уже вижу предложение обмена. Вот мои перчаточки, Отиск. Мне интересно, сколько они стоят по Стиму, это первое. А во-вторых, как они выглядят в КСке, но это я уже чекну вне ролика. Но выглядят, кстати, они более-менее, хоть немного потрёпанные, но для закалки. Но я знаю, что вот эти перчатки, даже закаленные в боях, они выглядят хорошо. По Стиму, кстати, 14800, а мы выводили за 13100. А вот это, кстати, вообще приятно. То есть я считаю, на 1500 рублей, на 1700 рублей вывел больше. А когда у нас началка, в принципе, была 800 рублей. Это очень приятно. Ну и на такой прекрасной ноте я предлагаю заканчивать видос. Ну, пацаны, с 800 рублей вывести перчатки. Вот прям вот плюс настроение. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Ну, я думаю, даже объяснять, почему вы должны это сделать, не стоит. Но, пацаны, перчатки с 800 рублей. То есть мы ширпа дошли до перчаток, причем не до ширпотребных перчаток, а реально до хороших перчаток. Отиск, это крутой считается скин. То, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. Это даже не обсуждается. И все, мужики. Всем удачи, всех люблю.